Зачем мы здесь? Опять эти зомби. Быстро или медленный, сэр? Медленно. Тогда повезло. Следующая остановка – Долина Удовольствия. Ну разве у нас тут не супер клевая поездочка? Постройтесь в одну шеренгу, и мы пойдем. Почему мы остановились? Должно быть что-то на пути. Что там, мисс Кэролайн? О боже, давайте машину, Джон! Вы в порядке? Да! Кинофестиваль Санденс. Не бойтесь. Кто помнит, как играть в салочки? Видите этих милых людей? Они ходят. Уходите! У нас же тут дети! О, господи, да мне насрать! Что это? Мы все умрем. Мы что, умрем, мисс Кэролайн? Нет, это все часть игры. Зомби не настоящие. Да хрен из два! Добрая комедия про зомби, которую мы так ждали. Мне что-то страшно. Что мы делаем, когда нам страшно? Поем! If you're happy and you know, clap your hands. Мы не можем оставаться здесь бесконечно. Я никуда не пойду. Вы куда больше идиоты, чем я думал. А я думал, что вы самые тупые люди, которых я видел. Невероятно смешно. Моя работа – оберегать вас. Ждите здесь, пока я не вернусь. Не похоже ни на один фильм про зомби, что вы видели. Такое поведение неприемлемо. Макс первый начал. Максу 5 лет. И если ты не можешь не выражаться в присутствии детей, я попрошу тебя вернуться назад и подождать нас в автобусе. Ужасающе и уморительно. Ну как тебе нравится, а? Ох, боже, что я наделал? Маленькие чудовища. Фу, что это? О, да, я тут немного перемазалась вареньем. Только не пробуйте. Отлично!